Рыбалка происходит на речке Пруд. Совмещать будем ее, конечно же, с отдыхом. Ну что ж, приступим. Хочу сказать, погодка выдалась жаркая. Вот. А вот и Петрович. Ну что ж, пришли мы к предполагаемому месту. Ну, очевидно, будем менять. Петрович делает рогачи из каких-то сухих кустов. Нашли пару палок. Здесь у нас остатки роскоши. По ту сторону у нас небольшая заводь. Она уже почти просохла. Вот здесь у нас вода-качка. Сейчас попробую ее приблизить, показать вам. Вот. Ну что, старенькая, времен совдепа еще, наверное. Ну вот такая наша среда обитания будет. Солнце в зените. Что говоришь? Говорю, что надо рогачить. Ну сейчас придумаем, найдем. А в космос можно? Легко. В космос давай идем, надо через дровами. Так, здесь у нас что? Здесь у нас наши вещи. Все в таком скором режиме. Каремат. Рюкзак, сумка. Ага, вот мой рюкзак и пакет. В пакете, конечно, дико поставлен спальник. Вон там вдали покажу вам, виднеется железнодорожный мост. Это для тех, кто ориентируется на Пруту, чтобы понятно было, где мы. Прибыли мы на наше место. Вода чистая. Малек даже бегает. Вот тут у нас еще один топляк такой. И маленькая заводь наша. Ну, вернемся к нашим овечкам. Ну вот, ребят. Вот такая вода. Не знаю, ли будет видно, ребят, но вон видно, как бегают рыбки. Настолько чистая вода. Шутки шутками, но нам эти три бревна на целую ночь. Не знаю, не хватит, наверное. По-любому не хватит. На что хватит. Ну, надо под воду на свои вещи. Ну вот, господа, такая вот она, колбаска наша, прудская. Рецепт от Петровича, по-другому. Но космос что-то солим. Делал, солим, да? Перчим чуть-чуть. Берем яйцо. Сейчас, секундочку, ребята. Ну, ты бы подготовился как-то. Ну так что ты быстро это все делал. А ну подержи, Дима, подержи, подержи. Перчик подержать, да, давай? Да, перчик. Вот такой у нас в середине он целенький, держи. Посоленный. И туда вбиваем яйцо. О. Опа! А ты тоже промахнулся, видишь? Нет, за маленький перец. Петрович выбрал маленький перчик. Яйцо больше, чем так, перец. Смотрите, да. Если будет видно, вот там яйцо. Ну, ты все выливаешь. Все, все, не выливаю. Ну, давай. Покажи. То есть принцип в том, чтобы перчик служил в качестве такой емкости. Я бы сказал, даже стаканчика. Вот.
Все уже знают, что из перца можно делать стаканчики. Вот, ну, если вы в походах, в разных ситуациях, когда, ну, нету ни пластика, ни стекла, нету ничего. Вот, тогда, естественно, да, можно взять вот такой вот перчик. И благодаря такому перчику вы можете легко сделать себе стаканчик. Ну, естественно, чем крупнее перчик, тем больше емкость. В данной ситуации мы пробуем с помощью перчика приготовить яйцо. Вот, ну не знаю. Мы одно пробовали, вот я уже пробовал как бы, да? И вот я вам покажу свой результат. Вот, у меня палка перегорела просто. Она начала гореть на самом неприятном месте. И перегорела. Вот, ну будем надеяться, что Петровича не застанет такая ситуация. Вот. У него как бы палки нет. У него просто... Ну, с изюминкой, деликатно он так, между бревнышками его всадил. Ну что, ждем? Друзья, опыт накрылся. Накрылся наш опыт. А все потому, что просто пожалели. Вот я вам покажу результат. Да. Яйцо, конечно, в середине дошло до готовности своей в моем перчике. Вот. Но если мы посмотрим на обратную сторону, она ужасна. Да, возможно, оно лущится там. Да, но оно лущится вместе с перцем. Вот, заметьте. Дальше яйцо идет. Перец сгорел фактически. Так что, друзья, не делайте глупых экспериментов. Берите фольгу. Заматывайте перчик в фольгу, так же само по такой же технологии. Ставьте его на решетку гриль, и будет вам гуд. Да, на очереди, кстати, я не сказал, на очереди перчик Петровича. Ну, посмотрим, что у Петровича. Петрович, как твой перец? Вот. Ну, Петрович, вот перец поставил по-другому. Ну, мне кажется, что тоже. Ставь по-другому, ставь по-третьему. Результат будет... один и тот же. Ну не знаю, будем ждать еще перец Петровича. Вот. Вот яйцо, вот перечик, да? Перец. То есть ничего не у тебя практически получилось. У меня все вышло, видишь? Да. Просто ребят, я значит я ошибался, да. Тогда нужно срезал. Просто дольше, да. Это все дело ждать. Срезал крышку, залил яйцо и все готово. Да. Ну не знаю. Будем пробовать. Приятного аппетита, ребят. 7 часов вечера. Огонь еще у нас есть. Рыба не берет. Не берет и хоть ты тресни. Ну, мы пробуем. Мы не сдаемся. Наш первый голавлик. Рыбалка наша продолжается. Вот очередной у нас небольшой трофей. Вот такой вот рыбец. Тоже с ладошку. Вот. Вот у него такая вот клюв такой, да? Ну что? На уху пойдет. Кстати, да. Если вы не заметили, или может заметили. Вот у нас котелочек там. Котелочек уже скоро должен закипеть. Вот. Так что Петрович в трудах у нас. Морковка, картошечка. Ну, все как на рыбацкую уху. Да. Вот. Уха наша продолжает вариться. Ну, сегодняшний результат у нас не особо велик. У нас всего 3 рыбки. 3 рыбки на нашу уху. Но, опять же, рыбалка – это дело
непостоянное. Здесь не угадаешь. А и чё и гадать? Здесь готовиться надо.